Доброе утро! А сегодня у нас утро начинается с мойки машины. Она бедненькая, целое лето не мылась, в пыли уже грязная. Возила тут всякие строительные материалы, и за ней, в принципе, я ухаживал только, когда была проблема там с ходовой, еще что-то, а так... Вон, видите, что тут накопилось. Цемент же, тут смеси разные возилось. В салоне тут пыль. Вот. Да и сама уже сколько не мылась. Так что вот так. Потому что крыша после ночи, всегда ж роса. И она сейчас влажная. Я подсохнет, солнышко взошло. Поэтому чуть просохнет, и я потом займусь парапетом. Сегодня доделаю. А пока, чтобы не терять время, сейчас мы помоем москвич, попылесосим, чтобы было все более-менее нормально. Вот немножко, чуть-чуть машину протер тряпочкой, все водичкой. Сейчас Вита побрызгает ее, смоет остатки грязи. А более досконально это уже будет уборка, чистка и мойка, когда уже закончится у нас более-менее строительные грязные работы. Ну, они практически уже закончились, но еще. Вот так, уже совершенно другой вид, а то был такой грязный. Ты его не балуешь? Не балую, целое лето. Весной вроде я его помыл, а целое лето вот так, бедненький он. Рабочая лошадка. Да, трудился. Но я им доволен. Он, в принципе, никогда не подводил. Были некоторые моменты, то тут что-то сломалось, то то. Ну, это ж понятно, по таким дорогам надо ремонтировать. А так все вроде хорошо. Все, ну все. Да все нормально. А что у нас сегодня на обед тут Вита придумала? А сегодня у нас будет что? Рыбка. Вон, смотрите, какую мы рыбку словили. Правда, на базаре. Стейк. Толстолоб вот такой. У нас такой тут не ловится. Его, наверное, и нету. Ну вот так. А я... Пока будет готовиться обед, полезу он продолжать работать. Есть. Я там занимаюсь на крыше. Чуть спустился отдохнуть, перекурить. Минут на 10-15. А Вита он там что-то на огороде делает. Что там уже можно делать, я не знаю. Уже урожая никакого. Уже дело к зиме. И что говорю, здесь можно делать на огороде. У тебя очередная серия сериала. А что там Вита делает на огороде? Ну, конечно, откроем новый канал. А что Вита делает на огороде, да? Когда уже нефиг делать. Да? Ага. Привет всем подписчикам канала Трепанация. Это мой небольшой репортаж о проделанной работе за сегодняшний день. Там, пока Коля доделывает крышу, я сегодня немножко поработала на своем участке. Наконец-то убрала все сорняки, почистила все ненужное и подготовили наш участок к оформлению высоких грядок. Не знаю, надеюсь, все-таки в этом году мы сумеем их сделать. Ну, если не в этом году, то уж на следующий год это точно. Потому что на таком небольшом участке земли достаточно много работы. Только из-за того, что хорошие культуры растут плохо. А сорняки, дай Боже, хочется как-то облегчить свой труд и по возможности получить какой-то оптимальный результат.
а не то, что получилось, то, что выросло. Вот и наши арендаторы наконец-то убрали свой участок. Спасибо. Все почистили, все убрали, лишнее сожгли. Потому что у них тоже в этом году была засеяна здесь кукуруза. Но, увы, апрель и май месяц были очень сухими. И немного у них что уродилось. Жалко тоже такого труда, вложения труда. А выход минимум. Ну вот, последние дни теплого бабьего лета. Хочется еще побыть под этими лучами солнца, погреться, наполниться, насытиться. А потом уже не страшно в зиму входить. Замечательный день. Чистый, светлый, солнечный. Что можно еще сказать о природе? Независимо от нашего настроения, она живет. Живет своей жизнью. Бла-бла-бла. Сказала, да? Живет своей жизнью. Ха-ха-ха. Ну, как-то так. Вот такой маленький экскурс. Там он, рыбаки. Там, наверное, не видно. Возле пруда нашего. Пробуют поймать какую-то рыбку. Есть у нас тут любители рыбалки. Тихая охота называется. Ну, мы все в трудах, все в делах. Подустали, конечно, за этот год, потому что работы проделано немало. Это вам так кажется, вот мы здесь гуляем, отдыхаем. Что вы делаете? Давайте то быстрее, давайте все быстрее. Да не получается все то быстрее. И технические моменты, ну и физические. И мы же не ломовые лошади. Хочется делать все в удовольствие и качественно. Вот, еще покажу вам свою клумбочку. Вот последние цветочки, смотрите какие. Вот какая красота у меня в этом году. Вот, смотрите. Еще мороз. Не было сильных заморозков. Вот так все так сделаем. Вот это... Очень красивый цвет такой, фиолетовый. А аромат вам не передать. Прекраснейший аромат этих цветов. Здесь немножко мы порассаживали, подготовили клумбочку. Мама говорила, что даст мне еще несколько кустов розы посадить. Вот какие хризантемки. Видите? Вот. А в следующем году я уже буду более качественней облагораживать наш участок, потому что почва не очень плодородная, и то, что ты в идеале видишь, не получается, и выходишь из того, что есть. Да, и опыта у нас не так много, хотя мы и сельские люди, в принципе, но долгое время прожили в городе, так что поотвыкли. Вот сельскохозяйственных работ. Смотрите, какая прелесть, какая прелесть. Хочется запечатлеть кадры. Вот там наши строители работают, потелятся. Ну, а я здесь провожу обзор. Ха-ха, как-то так. Ну, как получается. Ну что, до новых встреч. Всего хорошего. Встретимся в следующем влоге. Пока-пока. Ну вот и все. Парапеты оклеил все. Уже окончательно вторым слоем рубероида. Все вроде отлично. Ну и все. Уже зимовать спокойно может, никаких проблем не будет. Ну а займемся перилами здесь уже в следующем году. Ну а сейчас покажу вам, как растет обшивка нашего дома. Вот, видите, уже в рост
человека. Вот какая красота. Это по всему периметру. Вот так одновременно все идет. И сзади уже тоже. И так, как бы не очень быстро, но все равно уже площадь очень хорошая сделана. Так что вот так. Смотрите канал Трепанация. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи всем. Пока.